Чисто! Сегодня на воде у нас гоняется 4 класса. Это 420-ка, кадет, оптимист и лазер 4,7. Краевая комплексная школа, училище Олимпийского резерва, яхт-клуб 7 футов. Это вот дети занимаются в этих школах, и сегодня они тоже гоняются на соревнованиях на этих как раз лодках, на этих классах. Сегодня очень хороший гоночный день, ветер дует. Ну, для гонки идеальные погодные условия: солнце, небольшая волна, ветер 5 метров в секунду. То есть как бы идеальный даже придумать невозможно. Мы очень рады, что первая гонка на нашей акватории проходит именно в такие погодные условия. Мы сегодня максимально постараемся провести максимальное количество гонок. Если получится, даже сделаем их 3. Пять.